В городе Исфахане. Исфахане? Это далеко от Лондона? Далеко от Лондона? Он шутит? Итак, что это? Мир. Мир. Смотри, мы здесь. Это Лондон. А здесь Исфахан. Там живет самый величайший в мире врач. Авиценна. Никто на свете не сравнится с ним знаниями и мудростью. Авиценна. Авиценна. А он может исцелить от болезни кишок? Авиценна исцеляет многие болезни. И долго туда добираться? Больше года. Сперва нужно добраться до южного берега Англии, переплыть канал, пересечь Францию, а потом плыть вдоль берега Африки. Ты прибудешь в Египет, и там тебя убьют. За что? Вот здесь начинаются страны мусульман. Аравия, Персия. Христиан там не желают видеть. Терпят только нас, иудеев. Соболезную. Ты поклоняешься не тому Богу.